Представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны России провели встречу с сирийским президентом Башаром Асадом. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в рамках встречи прошло обсуждение вопросов, связанных с ситуацией в Сирии, а именно процесс политического урегулирования и аспекты оказания гуманитарной помощи. Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участие спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин. Кроме того, во время переговоров была поднята тема ликвидации оставшихся очагов терроризма в Сирии.